хотел показать вам винтик, как вот легче всего делать, если вы дизайнер, хотя и музыкант, и дизайнер, и все в одном лице. Фото-видеосъемку осуществляю, смотрите, вот, готовлю под издание свои работы еще одни. $3 поставим какой-нибудь. О, тоже веселенький. Вот это да, музычка играет. Вот, смотрите, вот здесь у меня, вот мне нужно издать. Вот я готовлю под издание. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Вот тут один альбом, там один альбом. Там один альбом, там один альбом. Там два альбома, получается много альбомов, там где по два сплиты. Вот для этого я облегчаю себе работу. Как, смотрите, вот видите, задняя часть, вот в задней части мне надо будет вот сплит там ля-ля-ля ставил, а тут вот видите, одна группа, вот песни, вот звездочка один, чувствуется, вот один альбом, потом бац, думаю, две звездочки, вторую альбом. И вот так вот я раз, вот один я уже сделал, так, сейчас покажу, смотрите, вот один готов, вот, видите, то есть сначала заднюю часть сначала надо делать, вот, задняя часть сделана, и тут получается вот ставил альбом, чтобы не переставлять. Вот, вот второй альбом, ой, второй диск, второй сидит, тут сплит тоже, тут сплит, там два альбома одной группы, а тут сплит, вот, ну, это тоже главное не перепутать. Вот, сейчас я вот сделаю у вас на глазах, так сказать. Вот, третий диск надо сделать, да? Вот. Back. Я думал, ты так back лучше поставить, да? Надо переделаю. Лучше это поставлю бэком. Сейчас поставлю бэк. Не нравится. Лучше вот это бэком поставить. Вот. Так вот. Тут закрываем все, чтобы не мешало. Раз. Вот так это раз. Подгоняем под размерчик. Вот так вот, вот так вот. Что-то не то, да? Ну, неудобно, честно говоря, снимать и делать, конечно. Штатива я еще себе не купил, блин, с рук снимать не очень удобно. Скажу вам. Так, третий это у нас, это не сплит, это... Получается.
Ну, поняли, о чем я, да? Так, вот сейчас вот, ну, сплит мне сейчас не надо. Раз, убираем. Хотя сейчас, наверное, сплит найду и все. Все, вы поняли, как, да? Шо, ну, короче, чтобы сделать, чтобы, ну, хочу рассказать вам, как сказать так. Сначала я создаю идею, потом я пишу музыку, ну, стихи или музыку сначала. Сначала или музыку, или сначала стихи, потом музыку под стихи, или сначала музыку, а потом стихи под музыку, когда как. Вот, потом, значит, что-то там убираю, другие проекты что-то там переделываю, вот, ну, как бы так, процесс такой. То есть, получается, идея сначала, потом, как специалист, записываешь. Если сам не можешь реализовать, то нанимаешь людей, вместе записываете, там, клипы можно снимать, выступать, вот, там, ну, если один, то один. Студийная музыка, деятельность. Потом вот компонуете, ищите лейблы, ну, то я дальше покажу, ищите лейблы, где издаться, отсылаете им в MP3 лучше. И лучше фулл альбомом. Это самый альбом, который хотите сдать. Они говорят, да, классно, хотим сдать. Присылайте оригинал, ну, этот, Wavy матрицу. Ну, присылайте Wavy матрицу, делайте сами дизайн, оставляете место под их логотип лейбла. И вуаля. И через время вам присылают ваши авторские диски или кассеты или пластинки, и все, и вы, так сказать, вас знает весь мир. Все, это была первая часть, вот как по дизайну самому делать дизайны. То есть задняя часть вы делаете заготовочку, и вы потом просто меняете название, картинки, и все. Всем пока. Ну, то есть не пока, это первая часть. Всем привет. Сейчас показываю вам, как в часть вторая, как издаться, точнее, путь от идеи до издания своей музыки. То есть сначала вы, как получается, это как шоу-бизнес, да. То есть это же есть шоу-бизнес. Это получается, вы сначала как владелец бизнеса создаете идею, потом думаете, какие вам для этого нужны ресурсы, либо вы сами, ну, придумываете там музыку, музыкальную там, или сначала концепция какая-то должна быть, альбома. Потом, значит, вы как специалист считаете, ага, сможете ли, на чем вы сможете сыграть. И если вы сами на всем можете сыграть, то можете сами все сделать. Если нет, то людей нанимаете. Ну, ищите единомышленников, как сейчас модно сказать, ищите. Берете в интернет, залазите и пишите поиск музыкантов, или идете там в кабак и говорите, вот, чувак, есть идея, давай с тобой, это самое, ты там барабанщик, дадим объявление, забахаем альбомчик. Вот, либо на концерте, ну, короче, найти музыкантов, было бы желание, короче, там все найдется. Значит, как специалист вы создаете. Вот. Ну, тут как бы, если есть дизайнеры, то и деньги на них, чтобы платить, потому что сейчас за бесплатное вряд ли кто-то что будет делать. Ну, я сам все делаю, в принципе. Вот, значит, я, смотрите, я для издания подготовил 13 дисков. Вот, смотрите, вот. Вот, Incest, два альбома. Вот, значит, я вот в первом выпуске показывал программу, который я это делаю. Вот, получается, в
PDF оно все. Я создаю PDF в супер качестве. А в отличном 600 там этих самых на 1000 что-то такое там. Короче, качество отличное очень. Но опять-таки, если на глянце печатали, тогда качество классное будет, да. Если на, вот как я делаю, на CVL Minis, там качество, конечно, вы видели в моих выпусках, они печатают на какой-то бумаге, как она, мелованная, там качество не глянец, фиговое. Качество тут классное, ну все, мам, блин, есть приоритетное. Вот оно как в PDF выглядит. Вот, потом я это дело, вот, есть такой, например, конвертирование PDF файла онлайн. Вот, берете, раз туда, вот, выбор файла, раз, конвертировать, раз, онлайн, и оно, пям, вот оно, раз, и пошло на скачивание. Видите, все, уже есть там следующий, вот, раз, конвертировать, раз, поехали. Вот, ну и потом получается, открываете, сейчас покажу наглядно, так сказать, вот, открываете, вот, бэк, раз, копия, распаковка, пям, и потом, вот, пожалуйста, уже готовый продукт. Все отлично. Бэк, называем его бэк. Вот бэк. Теперь фронт. Перераспаковываем фронт. Раз так. Вот фронт. Вот фронт распечатали. Точнее не распечатали, а распаковали. Вот он уже готов. Вот это вот уже и формат тут под лейбл готов уже. Размеры все. Все уже готово. Для ихнего, как лейбл загадал, например, место. Вот тут они оставят свой логотип, вот тут. Вот тут будет ихний логотип. Или тут. Ну вот тут вот. Вот и специально нужно место оставить. Так, теперь вот. Вот я. То есть это. Вот он я. Собственной персоной Warhol. Вот, фронт пишем. Да-да, что создал он. Вот диск сейчас будет. Опа, вот диск, как выглядеть будет. Вот, вот сплит тут. Angel of God and Incest. Вот как диск выглядит. Опа. Вот готово. Вот. Кстати, это вот играет. Я поставил тут в Wave. Как раз Дума в христиане теряет. Ну, все, в следующем выпуске я вам покажу процесс дальше. Хай! Продолжаю выпуск. Третий выпуск уже пошел. Так, это я включил. Dominion Hell on Earth. Вот. Вот диск, вот видите, Wave. Вот, 1411 килобит в секунду, качество. Ну, у меня он есть в MP3 для своих нужд. Вот он. 320 килобит. Тут название. Это я с диска с матрицы сделал для лейбла. Это третья часть. Продолжаю рассказ, как от идеи, путь от идеи до известности. До издания на лейблах. О, так. Вот, значит,
Вот у меня тут дополнительно, да, вот смотрите, как я сделал. Вот смотрите. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. Вот я взял. Ну, можно по новой написать. Да нет, что по новой. Вот, раз. Вот видите, взял название вот это. Копировал его. И вот так вот. Опа. Чтоб на диске оно было цивильное, вон оно. Как раз. Вот сейчас название песни тогда буду вписывать. Вот. Вот, смотрите, сейчас вот. Раз, он да есть. Это интро. Салют. Букву пропустил. Салют. О. Сатана. О, ну вот и не так звучит. Вот, это третий трек. Так что это процесс такой, да. 13 дисков готовлю к издательству. Ну, этот фильм будет размещать, понятное дело, когда уже издал все. Так что это у меня уже будет сколько? 32 диска плюс 13. Ого! В 2017 году я издал сколько уже дисков. Блин. О, четвертый Immortal пишем. Бессмертный, да? Опа. Ну вот, чтобы легче было, наверное, придется воспользоваться услугами интернета. Сейчас я немножко к интернету подключусь. Опа. Опа, к интернету. Вот, например, чтобы английский язык, да? Вот, берем убренных тел. Включенные души. Ну, я пользуюсь переводчиком. Вполне подходит. Конечно, он машинный перевод, ну, сойдет. Для названия песен вполне скатит, там можно подкорректировать там. Главное туда слово, как-то, что-то у меня сегодня, блин, вообще не выспался сегодня. Фух, это самое, словарный запас сегодня хромает. Так что я извиняюсь. Вот. Вот. Так назвать, а бренный душ.
упадших. О, сейчас мы упадших душ. Душ. Так красивее будет звучать. Ну, можно и так. О. The Fallen Souls плюс Black Souls. О, так звучит красиво. Красивше намного. Сейчас мы наберем дурацкие переводы, блин. Вот Релон, ну Релон так и будет Релон. Дождь такой был когда-то давно. Вот бессмертная любовь. Immortal Wolf. Так, черное мясо, о, вот эта тема, бля. Экспериментальный black metal тут вообще получился, такая тема. Сейчас я включу, кстати. Где она тут? А вот она. Black Mass. Вот. Так, на гид была такая девушка. Жестко, да, получилось? Первая часть, ну сейчас тут можно раз копировал, чтобы быстрее было. Вот так вот, раз копировал, вторая часть идет сразу за этим. Последняя тема Freedom. Аутро. Все, вот готово. Все, всем пока-пока. Следующую часть смотрите. Ну, в принципе, я потом смонтирую будет. Четвертая часть. Четвертая часть от идеи до издания вашего музыкального произведения, альбома, то есть EP, сингла на лейблах в формате диск, винил там и т.д. и т.п. Так, смотрите, дальше. Вот я сделал Dominion, видите, сделал трек-лист альбома. Теперь я беру, чтобы, так сказать, интернет не палить. Вот тут я разобрался. Что мне еще надо будет? Мне надо будет что вот здесь вот. Вот тут, блин, дохера. Вот интернет пока не закрываем, значит так. Ну, значит, берем, значит, вот, беру, значит, смотрите, Dominion, Hell on Earth. Вот. Берете так.
И вот сейчас переименовываем все это дело. Если получится, сейчас уже оно играет. Ну ладно. А, ну не этот трек играет. Сейчас этот трек дальше. Вот, берете и вот, так что получается, это как в любой бизнес. Сначала идея создается, потом пишется бизнес-план, потом нанимаются специалисты, так сказать, либо вы сам как специалист, ну, музыканты, сам творческий человек, то есть будете у себя в глубине специалиста или учитесь на чем-то играть, или кого-то нанимаете. Вот, кто-то за вас будет играть, так что как хотите. Вот потом, получается, нужно найти, вы включаете после того, как уже создали что-то, потом нужно включить себе или искать со стороны менеджера. Вот, либо самому. В каждом человеке, в принципе, есть все эти данные, он сам может быть и, ну, и идею создать, бизнес, и бизнесменом быть, и специалистом в любой сфере, было бы желание. Вот, и менеджером, то есть все можно самому всего достичь. Ну, это, правда, долго, конечно, хотя... Если подучиться, можно и быстро. Это, в принципе, вот это классное место. Так что все можно, ребята, блин. Ребята и девчата. Вот. Ну а потом наслаждаетесь славой там. Самоутверждаетесь. Вот, помню, в той на памяти взяла как-то несколько человек там. Басиста, гитариста. Вот, ну, вокалист нормальный, блин, а вокалист, кстати, играл и во многих коллективах пел. The Human, Hum, этот самый, как его, Myth Makers, вот, Toy на Party он пел, спел на нескольких песнях. Он нормальный. А вот басист, блин, приволок без моего согласия. Слышите, вообще, я охуел. Привел, да, без мата, да. Привел в группу менеджер. Нахуй нет менеджер, блядь. Лишний рот. Я и сам могу продвинуться. Тем более девка тупая, блядь. Нихуя не смыслит ни в чем. Заниматься ничем не хочет. Нахер она нужна, тебе. Как человек она прикольная, да. Симпатичная, ну, а толку с нее. Она там какие-то группы раскручивала, не знаю, потом куда-то в Россию уехала, че, блин, не знаю. Короче, сам можно все самому делать. Автоматизация бизнеса – это классная вещь. Нахера вам кого-то нанимать, если вы можете сами все сделать? Нафиг оно надо, че? Вот я вас спрашиваю. Сейчас во всем мире автоматизация бизнеса. О, вот, получилось, смотрите. Вот тут у меня, да, вот текстовый документ, можно его перезакрыть. Опа, сохраняем. И теперь вот, вот он здесь. И вот, потому что трек-лист нужен для, чтобы наносить все это на обложке. И вот теперь можно раз, включил. То есть что-то не это самое. И вот оно играет теперь все. Вот эти все треки. Вот они все здесь тут. Вот, все готово, все. Ну, до следующих встреч. Нашу тему. Вот так вот, например, вот это пускай поиграет.
как от идеи дойти до издания вашего музыкального творчества самостоятельно. Вот, как делаю это я. Сейчас благодаря интернету и смекалке можно самому всего достичь. Раньше музыканты ездили по 20 раз за свой счет по этим всяким по городам, когда интернета не было, да. Ездили за свой счет, чтобы их узнали, потом, чтобы им имя было, потому что музыкантов много, движение у нас это в Украине так особо не сильно развивается, ну, любое, в принципе, вот. И потом только это самое, то есть, знаете, как вот, похоже, чем-то они вот так смотрят на тебя, как на выскочку, типа, вот, блядь, выскочил. Благодаря интернету и смекалке можно сейчас быстро продвинуться в короли и в королевы, вот, из пешек, так сказать. Они же так смотрят, как мне, чем-то напоминает, типа, как, а вот деды воевали, типа, такую фразу, типа, что-то такого. Вот они, деды, вот им завидно, что они там десятилетиями, годами там, это самое, вот это, чтобы шли к успеху тернистыми путями. А кто вам виноват? У вас мышление неправильное. Я знал, что у меня все получится. Я подготовился, и вот бац, и нормально все. Вот. Автоматизация должна быть. Сейчас время... Новая эпоха, новое время нового мышления. Так, я тут не знаю, что там мне. Вот. Кстати, вот как я делаю свои. Как я делаю свои работы. Я их делаю вот. Сейчас. Так, вот я, у меня мобильный фотошоп, я в нем все делаю, фото делаю, там какие-нибудь фотки, и их фотошоплю. Вот, кто бы мог подумать, кто знает, из чего это, а? Вот фотка, ну, может быть, кто-то и догадается, из чего это. Вот это пень с деревом, там, рядом с репетиционной точкой, вот, видите, вот, похоже, что пень. Ох, какие его, а? Охренеть, да? О, и далее, как можно... Как можно делать из мухи слона? То шутка, конечно, была. Вот линолеум сфоткал на репетиционной базе в субботу. Ходил в туалет, там линолеум лежит. Ну вот. Вот я сфоткал, и вот что с него получилось, а? Вот на диск пойдет, это на фронт, это назад, а может наоборот, это на фронт, а это назад. Подумать надо, куда его притулить. Вот тоже, вот на DVD покатят вполне, картинка классная, вот на диск, вот это пень, вот я сфоткал там дерево, и на нем растет всякая ересь, вот, кстати, а вот на диск. Так что, благодаря смекалочке можно, вот назад пойдет. Это на CD, а это вот на фронт, или наоборот, посмотрим, надо подумать, что куда лучше вставить. Вот еще. Все элементарно. Так, вот, значит, продолжаю. Вот
прикольная темка, фреза в диск вставляется. Можно и такое поставить на обложечку. Что я сегодня фоткал что-нибудь? Не, ничего не фоткал. А вот, вот этот пень, вот я его сфоткал, видите, фото. Фото на моем телефоне, вот как оно выглядит. Вот из чего я делаю. Получилось очень даже кайфово. Так, ладно, это нафиг. Вот это я убираю. Это мне сейчас не надо. Так, интернет я отключил нах. Так, и теперь запускаем прогу. Вот, ага. Архив прог у меня там есть где-то. Ну, нет, не важно, что у меня там есть. Вот, прога называется Ronia Salt CD DVD Label Maker Portable. То есть ее не надо даже на ком ставить. Классная тема. Так, вот, значит, берете, значит, вот у меня, там у меня, например, там-то, 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 тум-то, там-то, там-то, тум-то, тум-то, тин-то, тин-то, тири-тин-то, тури-тум-пам, тури-пам-пам, паря-пам-пам, паря-па-па-пам-пам, паря-па-па-пам, паря-па-па-пам-пам-пам, паря-па-па-па-пам. Вот, и вот как это паря-па-па-па-пам делается. Вот зад, например, вперед, зад, ну то, ладно, сейчас мы найдем, где там, куда там оно делось. Вот, фронт. Делаем фронт. Оба, титул нам не нужен, титул 2 там тоже нах не нужен. Вот, Angel of God, проект называется. Вот мы его сюда вставляем. Так, как бы его, каким шрифтом его сделать, а? Таким, что ли? Блин, это какая-то херня получилась какая-то. Так, это ж нам надо, а, вот так, наверное, будет его. Вот, потому что это же black metal, а не как-нибудь. Вот. Альбом называется Death. Ну, он у меня выходил на моем лейбле, на двух лейблах, на кассете выходил. Пойдем на лучше желтый свет. А то вообще ж нифига непонятно. Так, ну и теперь надо немного вот это вот непонятная фигня. О! А теперь нормально будет. Вот уже обложечка годится. Сейчас мы ее делаем. Вот, PDF ее. Опа! Фронт годится. Вот, годится. Теперь берем новый проект. Что у нас там? CD. Вот, CD. Ну, они мне так заказали такой CD. Так, вот, раз, чик. Нафиг. Сюда опять Angel of God вставляем. Это нах. Вот это нах. Это для ихнего места. Слева они просят. Так, а тут я пишу. Вот CyberMax Digital. Это мой лейбл. Вот.
Вот. Тут пишем, ну, DES можно написать, да. DES. Какой там, 1998. Так, диск поставить. Так, а вот на диск. Вот. Здесь мы берем, значит, может белый свет пойдет, а? Ну, белый как раз сюда покатит, наверное. Или желтый можно опять. Да, наверное, желтый покатит. Вот, желтый. И сюда то же самое. Тут надо уменьшить шрифт, чтобы влезло. Вот, влезло. Так, а тут увеличим. Тоже желтый берем. Выбираем шрифт. Вот раз. Опа, и годится. Вот уже нормально. Сейчас мы сделаем красивше, чтобы было. О! Ну вот. Так лучше. Ну вот, теперь можно это самое дело. Сохраняем. Тоже в PDF. Так, а теперь, значит, новый проект с back. Задняя часть. Задняя часть у нас зад, вот. Вот, ну, вот нормально будет окрас. Да, окрас. Опа. Ну, это так сделаем. Там они обрежут потом уже. Вот как можно без фотошопа все сделать культурненько. И нормалек будет. Вот, тут, значит, пишем. Enjoy all we got. Тут пишем DES. Вот. Это не этот альбом играет, это другой играет альбом. Так, кстати, надо сюда эти поставить. Опа. Опа, есть. Так, ну а сейчас надо вот отсюда скопируем. Вот, текст у меня что-то есть. Вот я копирую, я же набрал все специально для этих целей. Сюда вставляем, сюда вставляем. Выбираем свет опять-таки. Вот, подходит. Вот к этому свету подходит желтый свет. Вот как раз оно все тут ложится как надо. А сюда текст. Точнее, эти песни. Ну вот, и сюда берем вот как раз, ну,
эти самые названия песен не нужны тут, конечно. Фу, название альбома лишнее. Зачем так много? Я его увеличу, чтобы вы бачили, как это делается все. Ой, блин, качество, конечно, блин, нихуя непонятно. Ну, что я делаю? Я, короче, убираю все, опа. Так что сейчас, благодаря интернету, можно смело брать быка за рога, точнее удачу, и иметь ее по полной во все щели и дыры. Вот, и она будет с вами, к вам благосклонна, и плюйте на всяких там неудачников, негативщиков, которые пишут вам всякую фигню, делайте взаимосвязанным делом. Они ж не понимают, что ваш материал ориентирован не на них. А что, они ж думают как? У них мышление такое, что типа они считают, что если они вот такие, значит и все остальные такие. И остальным тоже не нравится там что-то. Или что-то им нравится. Они считают, что их мнение что-то стоит. Да нафиг вы кому нужны со своим мнением? Не нравится, иди на другой канал там и слушай другую музыку, покупай другой диск. Каждому человеку не угодишь, это во-первых. И я, например, не ставлю целью кому-то угождать. У меня есть свои фанаты, которые слушают музыку. Ну и все. И у других есть то же самое. Ну вот, готово. Вот, нажимаем экспорт. Опять в PDF, вот, и уже готово для конвертации. Все. Все окей, все годится, все окей. Все, всем пока-пока. До следующих встреч. Следующей серии. Хай. Желаю успехов тебе, Макс Вехов. Так, это следующая серия. Не помню, какая там. Какая по счету, сейчас глянем. Сколько там? Седьмая серия. Мой путь от идеи до издания на лейблах. Вот, смотрите, уже я жду компакт-диски, которые едут ко мне с России, с Москвы, в Украину, в Харьков. Вот я, смотрите, делал папку себе, вот, например. 2017-11-21 под издание на CVL Minis Records. Вот, сделать кавера для издания. То есть четвертая часть уже 4 раза издавался. Вот тут смотрите, на 13 дисков. Вот, я создавал, ну я уже поудалял треки сами. Вот, трек-лист сделал. Это самое ну это под каждый альбом. Вот, под каждый альбом делал. Кавера делал. Вот, все же кавера все готовы. Уже все это, ну, отсылал, все это я делал в программе. Смотрите, в предыдущих выпусках. Вот, в PDF оно все. Вот, PDF. Потом конвертировал. Вот именно исходники какие. Вот, zip. Тоже. То есть все это делается в PDF. Вот, надо издать на своего минус. Вот получилось вот, один диск, получился два альбома. Ну да, вот они получили, да. То есть, это вы уже видели. Только что показывал. Вот. Второй диск. Третий диск. Четвертый, восьмой. Мой, девятый, тринадцатый. Так что поиздавал. Еще сделал 13 дисков. Вот. В следующей серии покажу, как. Ну, в принципе, как. Ищите на Фейсбуке, сейчас расскажу. Ищите на Фейсбуке
лейблы, которые хотите, интересные для вас, с интересными условиями для вас, чтобы были. И пишите им, хочу сдаться, они вам говорят, присылайте нам свою демку. Ну, я рекомендую присылать в MP3, либо можно MP3 одним файлом, ну, то есть full альбом, либо в Wave можно full альбом, ну, лучше в MP3. Вот, они слушают, говорят, да, классно, хотим вас издать, все, давайте, присылайте. Ну, и шлете уже матрицу в Wave, то есть там, ну, у меня в Wave, да, материал там 2116 килобит, там, 1004, там, сколько там, 1411, по-моему, че сколько там, да, 1411 килобит, это компакт-диск, да, вот такое качество, вот, все, теперь я это уже удаляю, я это уже сделал, сейчас создам новую папочку здесь, эту удалю, нахер, она мне уже не нужна, все, только место занимает. Ха-ха. Вот, уже это все сделано, все это записал, все исходники все себе на диске записал, чтобы у меня было, так сказать, для истории, для себя. Так вот. А это для издания. Вот, на этот год там готовлю. На этот месяц готовлю еще издать надо. Сегодня у нас какое. Ну, не знаю, если успею, там DJ Колдун издам. Альбомчик и новый проект Грайндовый Ленина Дух, ну в кавычках. Вот название альбомов там, ну в принципе этот ролик, это видео все равно будет опубликовано в следующем году, то есть в 2018, то есть ну получается, да, пока смонтирую, пока, то есть все время на все это, ну блин, так, когда сам все делаешь, конечно, долго, ну, оно нравится, да, классно все, и сам и то делаешь, и это классно в этом смысле, мне нравится лично, я занимаюсь любимым делом, вот, и это, ну, я живу как в последний день, вот, и мне все, я счастлив, вот, как говорится, не в деньгах счастья, некоторые там рвутся, думают, о, деньги там, дома, там, ну, то понятно, само придет со временем, деньги, конечно, нужны, вот, были бы. Когда будет деньги, я буду нанимать людей, они будут мне это все делать за деньги, естественно. Вот. Так что все окей. Вот. Так что сейчас буду делать то, делать это. И попутно запишу. Живые барабаны я уже записал на грайндовый альбом. Ну, DJ Колдун на EP-шник, я уже тему записаны, на канале разместил их почти все на канале разместил клипами, демо-клипами, это, то есть я как бы сам снимаю клипы, вот, ищу девушку симпатичную, чтобы сниматься с ней или снимать ее, вот, тоже мне нужна симпатичная, стройненькая девушка, чтобы была. Вот, будем сниматься вместе. Так что звоните на 099-199-58-88. Максим. Живу я в Харькове, да. Вот. Так, ну что. Ну, до следующих встреч. Пока-пока. Желаю успеха, тебе Макс ехал. Итак. Заключительная восьмая часть моего документального фильма «От идеи до издания на лейблах». Вот. Вот, смотрите, вот, например, мой. Вот я уже фильм этот подготовил. А, кстати, ну я выбрал для вот уже вот приготовил, смотрите, вот уже
Первая, вторая, третья, четвертая, пятая, шестая, седьмая и восьмую сейчас снимаю. Вот, вот уже обложечка есть уже. Ну, я сейчас использую черно-белый свет камеры, потому что я люблю черно-белый свет камеры. Ну, вот, например, вот как вот, вот это, с этого я делал, вот, когда, вот, значит, в предыдущих я рассказывал вам о других тонкостях. Ну, посмотрите, да. Вот, мои кассеты на Vibrio Records, это саблейбл. Ну, тут много, конечно, да. Да, вот, смотрите, например, вот тут альбомы какие-то. И вот написано, сделать на эти альбомы рекламные треки. Так вот, в этом выпуске я хотел вам рассказать, показать. Вот когда вы уже создали, появилась у вас идея, потом вы записали. Вот. Вот переговоры, например, по изданию на Rigorism Records. Ну, в принципе, эти переговоры можно и тут найти. Сейчас интернет у меня есть. Сейчас интернетик включим. Вот это играет мой проект DJ Колдун. Это моя самая любимая тема, которую я придумал. Вот в этом году, в 2018 я... По-моему, или в том году, по-моему, в этом году придумал, я не помню. Или в декабре 2017 года, или вот сегодня уже 30-е, это самое, января. Вот, или уже, или вот недавно придумал, ну, или в начале января, не помню. Короче, значит, смысл, на чем мы остановились сейчас? Ну, столько все мельчайших этих самых всяких. Вот моя страничка на Фейсбуке. Ну что, берете, значит, например, там какой-то лейбл. Вот у вас какая-то музыка есть, и пишите, например, вот, вот, например, лейблы, издающие noise, например. Вот. Раз, бэм. Вот, кассетные лейблы сегодня. О, видите, есть такие даже еще. Ну, тут, правда, шиз аудио сайт какой-то. Вот, или экспериментальные, или noise издают. Ну, это, правда, 2010 год. Но у вас что-то ничего нету. А ну, сейчас вот наберем 2017. Вот. Ну, короче, лучше на Фейсбуке искать. Я пришел к мнению, что на Фейсбуке лучше всего искать. Вот. Noise MC, да тут, короче, ничего такого и нету. Берете, короче, на Фейсбуке и ищите. Вот, например, ну, я как бы нашел лейбл такой, мне посоветовала Настя. Настя посоветовала Литвинова, это Life Illusion, я с ней, я у нее был сессионным гитаристом, снялся в клипе, да, вот, это самое. И она мне посоветовала такого чувака, как, сейчас мы его в друзьях найдем. Так, это барабанщик, а вот он, вот, Сергей Федерсон. Это оказался мой хороший знакомый. Он когда-то у меня даже жил. Это музыкант группы Молох, украинский, можно сказать, бренд black metal. Вот. И у него лейбл Depressive Illusion Records. Он издает, раньше он издавал на демо CD-арке, сейчас он издает на издает на кассетах, вот. Ну и издавал тоже на CD, там на CD 500 копий, эти CD диски, вот. Ну как вот Vakula Production, например. Вот, кстати, Vakula Production, на нем можете издаваться. Ну, я пока на нем не издавался лично, вот, пока что нет такого материала у меня, чтобы для этого лейбла. Вот, кстати, вот, ну, короче говоря, вот, ищите на Фейсбуке
напишите вот запрос там какой-нибудь, ну, короче, разберетесь. Вот я нашел Rigorism Records. Ну, это вот моя знакомая, очень любимая, можно сказать, знакомая, живет в Италии. Вот она мне, мы с ней переписываемся, но это уже лично, это же не ваша, так сказать, забота. Вот, Rigorism Production, NKDAH, что-то там, Records. Вот, ну, короче, тут переписка, короче, договаривайтесь с ними. И тут там очень много переписки, я уже там издал очень много работ своих. Это самое в формате Demo CDR. Вот, издал много работ. Это Cool Minis Records, короче, вот. И, например, вот мои работы, вот они изданы. Вот, вот, тут их много очень. Вот, например, нажмем на какой-нибудь. Вот, Smarks Generator идеи, это Cybergrind Hardcore, да, 2018 года. Вот, вот, например, как оно будет выглядеть. Вот мои диски, вот он я, вот Макс, генератор идеи, вот, вот, потом вот еще, вот другой альбомчик, тоже Cybergrind 2000, ну это 2017 года, вот тоже, вот как выглядят мои эти самые обложки я сам делал, ну вы увидели, как я делал. Вот, кстати, Progressive Death Metal. Я на Улыксе дал объявление. Вот Progressive Death Metal дал объявление, что собираю группу. Вот это самое, вот как она выглядит, мой релиз. Вот он. Вот обложечка, вот он я, вот диск, вот задняя обложечка. Ну это внутренняя часть вот этого бэк. Кстати, да, надо лайк поставить. Вот, ну, ищите лейбл, договаривайтесь и сдаетесь, и все. В принципе, ничего сложного. Было бы желание. Вот, ну, можно, конечно, себе менеджера нанять, но он же будет деньги платить, ему надо деньги платить, или какого-нибудь фаната можно пригласить. Вот тут моих работ очень много. Вот знаменитый альбом «Да смерть». Жиров Гад ДДС, да. Ну это как бы инструментальный. Сейчас мы с Водословом пишем блэковый материал на английском языке. Как типа, ну, типа как переиздание будет, как кавер-версия. Проект Angel, Angels of Angels, Angels, Angel is Dead, по-моему. Или Angels is Dead. Я уже не помню. У меня столько проектов, как у Дэна Свана, я уже запутался, честно. Ну, короче, подписывайся на мой канал, друг. Вот. У меня много чего интересного. Никакой лжи. Все правда, правда и только правда. Никакой лжи у меня нет. Ни пафоса никакого. Есть проекты всякие, да. Черный пиарчик присутствует. Вот, так что я уже там поиздавал много. То есть, ну, короче, переписываешься с лейблом, и они тебя издают. И все, договариваешься, чтобы издаться. Там условия, там авторские работы тебе присылают, да, издаешь адрес. Ну, короче, ничего сложного абсолютно. Вот кассетный вариант я издавал на Depressive Illusion Records, там под лейбл как-то он называется, не помню. Вот, кстати, это Someday We Will Die, это кавер-версия на Combi Christ, Dark Electra, да. Ну, я ее сейчас включать не буду, потому что эта музыка, как оказалось, что-то, ну, понятно, это же авторские права. Ну, все, дружище, пока-пока. Подписывайся на мой канал. Желаю тебе успехов, Макс Веков. Занимайся своим любимым делом. Занимайся творчеством. Сам издавайся. Бери пример с меня. Вот. Ну, можно, конечно, на виниле сдаваться, но сейчас никто... Сейчас надо быть, наверное, Майклом Джексоном, может быть, чтобы тебя на виниле кто-то издавал. Захотел бы туда свои деньги инвестировать. Вот. Либо сам зарабатывай деньги. Там 5-6 тысяч долларов, и сдавайся на виниле, хочешь, и сдавайся.
Вот. Мне ровным счетом не хватает, чтобы сдаваться на виниле, как раз 5-6 тысяч долларов. Все, пока-пока.